Ребят, всем привет! Я вернулась, да. Сейчас расскажу, почему, куда пропадала. Ребят, сегодня у нас будут с вами роллы. Я сейчас все разложу и вернусь к вам, хорошо? Ребят, ну Якитория, блин, я честно их люблю. Я просто их обожаю. У меня вообще, знаете, начинают идти слюни, когда я увидела эту коробку. Так, давайте я открываю. Знаете, мне как-то кто-то писал, что типа Якитория это херня. Ребят, Якитория это пи***то. Честно. О-о-о, блин, посмотрите, вы только на это посмотрите. Ребят, я заказала самые вкусные роллы. Это угорь. Это арицумаки. Кто знает, тот знает. Это тайга. И это с угрём. Я не знаю, может быть, вообще так их есть? И не распаковывать. Не, сейчас все-таки распакую. И знаете, что еще заказала? Это тоже мой личный топ в Якитории. Господи, я так их обожаю. Ребят, если вы, ну, не знаю, так себе любите запеченные роллы, я вам скажу, что эти роллы, это, блин, вам не просто запеченные роллы, это персона грата. Ребят, смотрите. У меня просто текут слюни, у меня уже все животное тут как тут, посмотрите. Это такие запеченные треугольнички. Там лосось внутри, авокадо, угорь, там вообще такая красота. Все, сейчас я все раскладываю и включаюсь. Ребят, если честно, мои вкусовые сосочки сейчас, блин, не выдержат, они просто взорвутся. Так, во-первых, хочу вам показать. Я просто, блин, я не могу. Я тут разложила все, как могу. Все, как я могу, как вообще умею красиво. Ну, вот так получилось. Вот так вот получилось. Вот такие вот роллы. Я хочу есть. У меня просто текут слюни настолько сильно. Короче, все, кто хейтит Якиторию, кому-то там не нравится, что это масс-маркет, блин, ни хрена. Они делают вкусно, ребят. Я редко ем Якиторию, правда. Надо есть чаще, я думаю. Якитория, если ты меня слышишь, пожалуйста, выйдите на связь. Я готова каждому к банке есть ваши роллы, они офигенные. Так, ребят, давайте пробовать. Все вот уместилось, в принципе, на мой подносик. Ой, я соскучилась, ребят, и по вам, и по мукбангам. Давайте попробуем персону грата. Это вот, это просто моя вот любовь, ребятки, по-другому не назвать. Это моя любовь. Я ее макаю таким вот образом в соус. Ребят, это вкус. Это вот пирожок с роллом. Блин, кто, короче, кто пробовал хоть раз персону грата, напишите, как вам. Вот не умеет. Знаете, у меня всего лишь один раз было такое, что я пришла в Якиторию, мне не понравилось. Но я ходила по купонам. Без купонов все всегда топово. Вообще Якитория сейчас что-то перестала делать свои крутые купоны. Вот. Ой, давайте пробовать. Первый ролл пошел. Это тайга. Ребят, кто подписан на телегу, я там тоже, кстати, меня не было, так что все равноценно. Знаешь, что я ездила в отпуск? Мы ездили в Таиланд. Тайга раньше была лучше. Мы ездили в Таиланд, и я снимала оттуда видео. Я там снимала много. И хочу, в принципе, выложить на канал. Ну, какой-то такой, знаете, мини-влог. Мне кажется, будет интересно. Но, знаете, мне тоже там, уже там у меня начало пропадать настроение на съемку, поэтому не гарантирую, что это будет что-то прикольное. Это вот с
Угрём. Немножко в острый соус смакну, раз у нас острый соус есть. Знаете, бывает, ешь роллы, может быть, что-то не так с рисом. Виктория умеет делать рис. Я не знаю, кто там главный. Я не знаю, что это за сеть вообще. Но, знаете, это было мое первое место работы. Виктория. Сначала была Ипоша у меня. Кто помнит, тот помнит, что раньше был такой ресторанчик, как Ипоша. Так, это вот с красной икрой. В Япоше я проработала, и потом пошла в Якиторию. Ребят, короче, я пошла на самом деле... Это был, знаете, какой класс? 11, наверное, даже 10. 11 класс, наверное. Я пошла на подработку. И я думала, что там, знаете, кормят роллами. Ну, нифига там, они варят суп и кормят супом. Но иногда, вы знаете, можно было урвать роллы. А, допустим, кто-то там, знаете, заказал, а не забрал. Иногда, короче, бывали на нашей улице праздники. Это вот с угрём. Вау, боже, ребят. Ну, короче, пропала я. Почему пропала? Знаете, даже не было сил у меня вообще написать, что, ребята, не переживайте, там, ну, тра-та-та. Они еще раньше в этом роли прямо оставляли хвостик угря. Сейчас такого нет. Пропала. Была без настроения эти дни. Знаете, буквально просто лежала. Не знаю почему. Ну, как бы, я, честно вам скажу, просто целыми днями лежала и смотрела в потолок. Ну, вот такое было состояние. Я думала, может быть, заказать роллов. Ну, может, снять мукбанд. У меня просто настолько не было сил, что мне не хотелось ничего. Меня, то есть, понимаете, не сильно радовала какая-то еда, как вот сейчас. Имбирь у них немножко как будто бы... таблетками, я не знаю, странно. Невкусный имбирь. Так, ну что, второй кусочек. Маися. Угу. Ничего меня не радовало, короче, ребят, была в депрессии. Сейчас вроде бы отхожу. Поэтому ролики будут выходить. Меня простите. Что я так пропала. Ну, знаете, как бы это... Ну, человеческий фактор. Просто человеческий фактор. Наверное, я немного выгорела. Там у меня еще с работы не получалось. Не надо сверлить. Слушайте, сверление не буду снимать. Давайте подождем и вернемся. И знаете что? Это какой-то закон подлости. Потому что все это время, пока я тут отдыхала, лежала на диване целыми днями, плевала в потолок, никто ни разу даже не сверлинул, понимаете? А сейчас я начинала снимать и начинаю сверлить. Как это называется? Что-то прям бутик с рыбкой. Вкусно.
Ребят, ну короче, была у меня пати. Сейчас, надеюсь, будет триумфальное возвращение. Ну, слушайте. Я думаю, у каждого из вас такое было. У каждого из вас такое было. И все мы люди. И вот... Да я вообще, знаете, не обязательная такая, короче. Чего ж тут говорить? Ребят, ну стараюсь как-то это... Не пропадать. В общем, сейчас, я думаю, у нас будет много видео, много роллов, много еды. И не только еды. Вот такой вот угорь, он как сальце. Скоро же приедет моя сестренка Маша. Я с Таиланда привезла много сладостей. Так что я ее жду, чтобы с ней снять видео, обзор сладостей, еды из Таиланда. Думаю, ей понравится, должно быть прикольно. И вам понравится, самое главное. Ребят, начинаю наедаться вот так вот. Тут без мукбангов я особо не ела, знаете, много. Все роллы очень вкусные. Тайга, ну, фигово, если честно, сделали. Он обычно вот очень такой же, знаете. Вот чуть-чуть он тоненький. Остальные роллы просто прекрасные. И вот мой любимый персон грата бесподобен. Вот, поэтому я очень жду Машу, чтобы она приехала. И будем с ней снимать. Это круто. Как ваше лето прошло? Я, если честно, рада, что закончилась жара. Ну, короче, понимаете мое состояние. Мне не нравилась жара. Я лежала, ничего не хотела. А сейчас, знаете, как-то начинается серая осень. И, в принципе, мне хорошо. А у вас как? Короче, август мне не зашел. Ну, что в отпуск хорошо съездили. Задолбались стучать. Они островатый соус, островатый у них. Короче, ребят, я наелась. Как вам такое? Сейчас, подождите. Может, переварим. Что еще из нового? Решила я с твоей собачки чикнуть и как бы... И все. Как вы на это смотрите вообще? Вы свои собаки чикнули или нет еще? Я, знаете, хочу, чтобы у меня собака была спокойная, чтобы он с мальчиками играл, чтобы он не агрессировал, да, там, лишний раз не нервничал. Поэтому я вот решила все-таки, ребят, что сделаю это. Подождите, сейчас я... Так, ребят, наконец-то затишье. А вы-то чикнули? Ну, кто понял, тот понял. Пишите ваши эти... Стоит оно того? Я думаю, стоит. Короче, мы ставим прививку ему. От бешенства. Ежегодную. И через месяц повезу его чикать. Ну вот так. А как по-другому? По-другому никак. Надо. Ребят. Заходите в Викиторию. Не бойтесь. Вас там реально кормят вкусно. А я ем последний ролл. И пойду отдыхать. Это видео монтировать.
Такая у нас с вами сегодня была встреча. После долгого молчания, я, по-моему, соскучилась. Пишите, что будем делать в следующий раз. Роллы, не роллы. Не знаю, чего не хватало. Чего не хватает на Ютубе? Че здесь вообще мукбангеры снимают? Не могу, но вкусно. Бьем сейчас. Ой, да уж. Я на Ютуб даже, ну, особо не заходила. Знаете, заходила с телека посмотреть, ну, всякую там расследование и так далее. Надо, короче, включаться. У меня тут была фотосессия. Заходите в телегу, там фотки есть. Там чуть-чуть. Мы еще обработаем и выложим. Вот так. Ну что, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас люблю. Ну подождите, не выключаю. Куда ты хочешь выключить? Не выключай, подожди. Давай посидим. Давай посидим, я пока тут все это соберу. Давай. Ну вот, ребят. Не знаю, что, в следующий раз придумаю, что рассказать интересного. Надо вам же еще показать будет, как в Таиланд мы съездили. В Таиланде классно. В Таиланде круто. Мне понравилось. Слушайте, но также я вообще готова и к зиме. Вот я не расстраиваюсь, что сейчас осень. Наоборот, знаете, такая осенняя пора, очарование. Кстати, прикиньте, я на эзотерику подсела. Да, сейчас смотрю «Битву экстрасенсов». Ну, я вообще всякое такое читаю. Интересно. Ну, знаете, так отвлекаешься. Скептики пошли вон из чата. Да. Блин, ну красота. Столько осталось, потом даем. Рис. Ну, вот эти самые офигенные по итогу были. Вот эти. И вот эти арицумаки. А я еще эти не хотела брать, представляете? Сейчас бы обломалась. Так-с. Ну что же. Все сложили. Все убрали. Порядок. Так, ну что. Вот такие вот у нас объедки. А чё? Нормально. Нормально. Съедим еще. Ребят, пишите, пожалуйста, мне что хотите, то и будем снимать в следующий раз. Роллы, не роллы, шурму, плов. Не знаю. Что-то надо, чтобы, знаете, щекотать душу начало. Я пойду со своими дрельщиками разбираться. Все, всем пока.